отличный автомобиль. Самое главное, что в этом автомобиле стоит прекрасный надежный двигатель, что сейчас это очень редко. Двигатели все стоят все такие там алюминиевые, здесь блок чуть-чуть, да, как шатон мотор есть. А здесь 1.5 16 клапан с цепной трансмиссией, который здесь 170 на механике, он у вас будет максимум по городу. Thank you.
Ah.